В этом году, в новом сезоне летнем, у нас появились новые партнеры. Это центр, который занимается детками с нарушениями слуха. Первая наша встреча была плодотворной, и оговорены были целевые задачи, чем мы можем помочь данному центру. И вот уже с этого месяца к нам стали приезжать детский лагерь, который открыт при том центре. И на этом этапе реабилитация заключается в рекреационной реабилитации, в рекреационном направлении таком. Это прогулки, ознакомление с ландшафтом экопарка, ознакомление с его питомцами. И уже есть некоторые элементы применения анималотерапии, а также сенсорной терапии. При этой встрече мы стараемся для детей обеспечить такие комфортные условия пребывания в экопарке, в которых они чувствуют себя абсолютно спокойно, абсолютно расслабленно, познавательно. Каждый их шаг в экопарке направлен на то, чтобы познавать этот мир все больше и больше. А мы применяем такой метод, как сенсорная интеграция. И в экопарке есть такая приятная локация, как босоногая тропа, где дети могут ощутить на собственном теле различные материалы, почувствовать их прикосновения. Для них это новый опыт, для них это необычный опыт, потому что в городских условиях такого опыта нет, к сожалению. Но благодаря экопарку у нас есть много различных направлений. Задача на первом этапе работы с детками с любыми нарушениями – это ознакомление со средой, в которой они находятся. Это ознакомление не только визуально, но и тактильно. И поэтому мы стараемся как можно больше предоставить тактильного опыта. Это через животных и флору окружающей среды, которую они получают. Для нашего центра это также новый опыт сотрудничества, потому что с детками с нарушениями слуха мы не сотрудничали. Это действительно барьер для нас и для них. Мы понимаем, что это вот такой шаг навстречу друг другу мы делаем сейчас. И для нас это опыт в том, что не все можно сказать. Иногда некоторые вещи надо уметь показывать. И вот для нас это как раз вот опыт новый, как уметь показать то, что несем мы, как уметь понимать этих ребят, понимают ли они нас в том числе. То есть это очень многогранный опыт для нас.